Мы в лесу Телиши. День жаркий, но мы отмечаем день рождения. Уже отметили, а я пошла в лес посмотреть, что здесь можно найти, какие-нибудь грибы. Потому что мы заезжали за водой, на пенечке видели ворушки, и в лесочке сыроежки там, при церковной территории, еще и подберезовик, шикарный-шикарный. Полуподберезовик, полуподосиновик. А здесь я вижу мокрухи, удивительные грибы. Были бы они не червивые, это было бы очень вкусно. Вот, мокруха. Где-то здесь еще одна мокрушка была. Ладно. Главное, что я уже увидела мокруху. Икорство, значит, у них ножка в окончании желтая. Ну, вообще, мокрухи очень хорошие грибы. По вкусу они даже напоминают маслята. Вторая мокруха. Это мокруха еловая. Они еловые мокрухи. Вот такие вот. Гусина еловые. Мы не находили, пурпуровые вместе с маслятами растут. Вот так вот. Желтые, болотные. Вот через бревно, если посмотреть, их там много. Ну, мне они не сильно-то нужны. А вот дождевики сейчас попадаются. Вот видовка красная, красно-желтая. Интересные грибы, я его возьму. Но ее не возьмешь. Она уже червивая. Дожди прошли. Ну вот, выросли грибочки, дождевички. Хорошо. Ну, я крупные возьму пару штук, а маленькие не надо, пусть растут. Я люблю такие сыроежки. Они крепенькие, не червивые чаще всего бывают. Я, конечно, ее забираю. Очень сильные. Не хватает дождей. Если хороший, я его возьму, конечно. Это уже зонтик полноценный, хороший. Но муравьев здесь тьма. Надо скорее его отбирать у этих муравьев. А это белопаутинник клубненосный. Съедобный гриб. Ранняя рядовка. Я его тоже беру. Клубень такой очень толстый-толстый, широкий-широкий. Вот это хорошие очень грибочки. Но они редко бывают, они в этом месте бывают. Не везде они растут. Всегда приятно находить. Это очень хорошие грибы, вкусные, приятные, полезные. Сегодня передача была, еда, про еду. Простая еда, или как он там? Да. Сегодня передача была, сказали, что грибы нужно есть. Хотя бы 18 грамм в день. И желательно их чаще есть, поэтому это очень полезно, и они уберегают людей от рака. Раком люди не болеют, потому что в грибах много разных полезных вещей. Хороший лес, никаких комаров нигде не наблюдается. Я хожу даже без платочка, без всего. Вот, и кто это такие? Ой, зонтики, боже ж ты мой, надо их забрать. Целая поляночка, если хорошие, то надо взять. И вон там еще растет, да, вон там. Дождевики. Когда-то я на Урале была в лесу, ну, с подругами мы зашли в лес отдохнуть. А грибов никаких не было, а были дождевики. Я их набрала, и потом дома я их сварила. Грибов было много очень. Я их сварила, все вместе посолила бульон. Вот. Мой свекор с работы. Это было на Урале, в городе Сарапуле. Вот. Я их сварила, посолила, без всяких приправ. Он увидел суп, и он решил покушать. После занятий в техникуме он преподавал в автомобильном техникуме. И он съел эту кастрюльку супа.
просто соленые дождевики. И сказал, что я ничего вкусней, ничего больше не ел. Никакой суп не ел. Вот так вот. Ему понравился такой суп. И из дождевиков. Из дождевиков грибов. Вот так вот. А мы сегодня празднуем день рождения. Я ушла в лес на минутку и нашла всяких грибов. Сейчас немножко возьму. Ну так, для интереса. Докро очень понравились мои грибочки. Супчик такой. Он все съел и сказал, если бы почаще такой суп можно было бы есть. Но я говорю, хорошо, буду искать такие какие-нибудь грибы в лесу. Они сами с Кубани приехали в Сарапул. Вот, и они грибы не понимают. А мы знаем всякие грибы. Паутинник. У него запах очень приятный. Вот такой вот. Почему он белопаутинник клубненосный? Потому что у него клубень вот. Вот такой клубень. Вкусные грибы. Рядовки. Вкусные грибы. Рядовки. Но они не везде растут. В этом лесу они бывают, в этом месте. Паутинник клубненосный. Вот только в этом лесу они и попадаются. Вот какой у них клубень. Большой. Рядовки такие. Может быть, они хорошие, тогда нужно их взять. Загадочный. И грибы попадаются всякие, при всякие маховики и зонтики. И прочие всякие сыроежки. Ладно. Просто мы здесь немножко развлекаемся, отдыхаем. Выпиваем и закусываем. У нас сегодня день рождения. Вот так вот. Эти грибы я не беру. Горькушки. Ай! Вот этот я, наверное, возьму, если он не червивый. Хороший, красивый. И съедобный. Ножка у него хороша. Крепкий, приятный гриб. Вот так. Удачи. Грибик не очень-то симпатичный, но он не один. Вон там еще один. Но они какие-то невзрачные. В этом лесу бывает их много, но не сегодня. Рядовка, булава, ногая. То есть говорушка. Булава, ногая. Вот такие они. Съедобные, вкусные, нежные грибы. Что-то они рано появились. Леса. И мне лесовик вот это предлагает. Ну, наверное, это хорошо. Я думаю, что если они не червивые, то это вообще супер. К моим этим всем поганкам. Белопаутинникам и прочим. Маховикам. Недалеко от нашего столика я иду обратно уже. По другой дороге я ходила. Саша нашел вот этот гриб. Это вообще супер. Ого, какой хороший боровик. Ну, вообще супер. Здорово. Нам напоследок. Жемчужный. У него в клубне обязательно будут червоточины, тем более бордового, красного цвета вишневого. Вот этот зонтик, наверное, хороший. Прямо у машины, да? А вот это непонятно что. Наверное, сбили. Ну ладно, будем проверять. Нам всякие подходят. Озеро Ольшанские карьеры. Мы приехали из леса. Пьянствовали там. День рождения отмечали. Короче, ну вот. Теперь мы здесь купаемся. На озере Ольшанские карьеры. Поздний вечер. Ну, не совсем поздний. Вон какой яркий закат. Ох, ох, ох.